десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. 20 секунд Таулина. Твои отчаянные крики. Да подожди, что клиент проверяет. Все, ну все, значит, мы без тебя уже идем. Все, захожу. У нас уже и я, блядь, за воротами. Тимоч, поднимай ролл. ГД, подводи босс. Тимоч, долго ждать? Я на... Чего? Кого берить? Диспел. Ложимся. Это ложимся. Пиздец какой-то. У меня в Дисе что-то залагали, я только слышу Тимыч и... Тимыч, 1000. За что? БР не дал. Так я же говорю, кого? У нас только один человек сдох. Кого? Ну, у меня показывало двое. Двое там... тоже потом. Там Ауди, наверное, еще показывал. Я еще раз говорю, меня залагнуло, я слышу Тимыч, переспросил, кого? Хилы всем 1000. А их другие не спел. А за что? Не спела не было. Стоит же человек, не спел. Старик, сразу начитай. Чтоб потом не забыть. У них там перебежка была. Одновременно чума. В смысле? На мне. Да нет, там все нормально. Я стоял, босс ухуярил и это. Чуму стены диспелили. Все стояли на месте, никто не двигался. Там потом перебежка была. Поэтому, может, не продиспелили. Тут всегда такие тайминги. И всегда эта перебежка есть. Какая разница, там человек стоит на диспеле все равно. Какой человек? 2000 с этого ПО. Какой человек на диспеле? Я тебе сейчас скажу, какой. Все силы на диспеле. Он просто бенчик диспеле. С этого пула 2. Сука, выходим, у нас вечером всегда присты диспелят хилу. КД на нас. Карина, это неправда. Но я убрю. После боя смотри диспел количество и потом говори. Нас всегда диспелят Элбрил, шаманы и... Те, кто могут сами себя здесь. Никаких анонсов не будет. Сегодня убивать. Поедем без анонсов. С анонсами не можем, будем без анонсов. Амир Кардвейн проснулся, мне написывает.
Сейчас до меня не достучится, будет Карине писать. Бля, мы же Лича так раньше просто убивали. Что случилось-то? Слабились. Что-то прям совсем вообще как-то это, даже не вторая, там, не третья фаза. Рога сорвал Шахкаря, пока его не забрать. А, ну никто его не знает, сейчас узнает. Кто что не знает? Миша, ты что сказал? Кардень тут написывает. Чего? Мемуары ему в ЛС пишет. Он радует. Прото обновить. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаяния. Вы смотрите, тут сундук какой-то стоит у трона. Будет так. Герои в атаку! Я зову тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Как его похилять? Он просто не так. Он колышки сдал. Старик, береги, старик. Да, жутый воевал. По две плюс все силы. Ложимся. Хилы за что? Хилы за что? Что? За что хилов? Диспела не было. Там все от ловушек умерли какой-то. Все от ловушек потом. Чума по рейду пошла просто. Это раз, и во-вторых, РДД не сдвинулись, Лок не успевал добежать. Еще он через ловушку. Я через ловушку побежал, да. Я ее не увидел. Диспелом нормально было, это ловушка. Там нямка 7 диспелов, Денчик 5 диспелов. Значит, 4 человека. Читай, старый. Че, старик? Начисли. Три кому? Лока. Три Лока? Ауди. По сколько? Две. Сейчас 4. Там Даркес, Аделина и Гевка. Локи не трогал.
Иржан, блядь, заебал. Вставай, эй. Салам алейкум. На кону 4000. Где привязка камеры от рельефа отвязывает? Кто-то шарит за это? Ауди вылетел опять. Ну, камера. Следование камеры никогда не следовать. Никогда не выравнивать. Там вроде. Настройка. Вазелин написал, что у него свет выгубили. Ты снимешь ему ЕП и надеюсь, что ждешь. Попробуй меня взять, может, у меня, блядь, вроде упал. Там Враска, может, отлагал. Враска, чё? Ну, скажи, что Анари стандартный пинг, но на личе не знаю, что будет. Что ещё раз? Упал пинг, не знаю. Смонти его. Можно попробовать? Чё, я сразу за борт прыгну просто, да, и всё. Чё, резать Розелину? Да. На РТ пришёл, до конца не был, всё. Самонтич. Чё по аудио? Нету пока. Так, Розелина же написал, света нету. Всё, окей. В дискорде. Ну, значит, наверное, он дальше быть не может, правильно? Правильно. Ну, как бы, это же не его вина тоже. После 2К РП набит, а света нет. Интересно. Для чего я, честно говоря, сам хотел отпрашиваться уже, но если сейчас конкретно прибрёт... Все, кто отпрашивается, пишут мне в начале РТ. Ну, у меня обстоятельства такие сейчас обнаружились. У меня все замерзло, вода и все остальное. Еще пока тут. Ассист-то дай мне, старик. О, тебя что, нету, что ли? Враску суманин. А тут уже релогаюсь. Враску отлагал, надеюсь. А тут бонусы ебашит. Не, Фарада, там Теренаск. Старый из десятки хотел выбивать, так что не надо. Куколки бафнут тогда. Сука, япончик. Да я проехал. Сика, я почти дошел. Бля, рыбу не успел пожрать. Началось. Свою еду пожри. Каску еще, пожалуйста. Еще раз даю проверку. Все готово, запускай. Медведь, обновить сопрот и Враска не забудь выйти. Лёх, давай поанонси. Не надо. Жибанка сейвинта сопрот не заменяет. Лёх, сколько пул длится? 20 минут, например. Кто в курсе? Банка сейвинта сопрот заменяет? 17 минут до берсы. Босса. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будет... Должно быть хватить сопрота. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Послужат доказательством моей
Если вы лича не можете убить без анонсов, блять, то нахер этот рейд вообще нужен? Да будет так! Герои в атаку! Потому что в следующем контенте вообще анонсов... Чтобы ты увидел финал, там нету просто времени анонсишь. Совсем бизнес далеко отошел. А тебе на себя заберешь? Вот вставай. Давай, давай. Ты на гневно. А еще вот. Нет чумы на Ширкаве. Чума. Спел. Паза, сфера. Хил круг. Подходите, ребята. Вот подальше, подальше. Веру не. Подальше, подальше.
в трусах. Wrong kill. Блять, не вижу, у меня трусы. Подходите, ребята. Пятьдесят пацан. Убежали. На эту сторону перейдите, блядь. Ромб хилл. Лок, сместитесь, просите. Пианист просил сам. Блядь, не могу. Какого спирения было? Раза. Дай деф. Есть. Убирай сюда. Раз, пять, четыре. Почему я там на край вынес? Там дофига было людей. А ты вынес на край, куда мы должны были перейти. Центр с тюрьмой не видишь, где? Сферы, сферы. Сферы, наверное. Даже отсюда видно, детка. Этот центр спрыгнул. С подмордой. Первую комнату также. Этот. По Тимычу. Масса дашь БР, Тимыч встаешь после того, как затянет. Ну, там скажете. Там Тимыч даешь по дарке. И вы вдвоем там хуярите. Вставай, тебе, блядь, наверное, на край. Дали. Звездопада нету, дашь первый медвежок. Все, можно вставать сейчас? Нет. Ага, все. Вставай. Заебись.
Но это было очень далеко, я там ничего не сделал. Давай, звездопад. Глухо, ведь. Даже блинк не помог. Он тебя на край, блять, бэрнул. Там на край края. Как же все сложно, вот реально, с вами. Ну я опять, что сделаю, кстати, если далеко. Все тихо. Духи долетают. Вот, вот, вернее, не отошли нахрен. Вас убьем. Так, кто там еще? Сова. Ой, Артемия, БР, короче, Тимыч. Опять. Тимыч, Даркис. Хорошо. Сессы по танкам. Сова, БР, если что-то, да, парада. Я БР, но. Тимыч. Вставать же в комнату, наверное, нет? Да, вставай, блядь. Скрепление. Вот подальше, подальше. Шли. Бля, если я встану, я прямо в скринение попаду. Встанешь, когда в комнату затянешь, mm-hmm. Сейчас в комнату. Надо переводить. Сейчас она не выжигает. Сейчас будет комната. А у меня почему-то подарки Даркису не дается, короче. Бежали. Парада бейт. Звездочка активная, бежим, всех прохиливаем. Звездопад, если откатил, сова, давай. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Звездочка активнее. Выход 2 секунды. Вот подальше, подальше. Все от него, все от него. Давай, отойди, блядь. Под лицо лечу. Ну чё, зайдите. Даркис, я тебя бы... Краску лапу пристабор. Краска, Даркис, если что бы... Зена, ну серьезно, блядь. Они в духе. Блять, за меча же дойти сложно. Побежали. Лапу. Вот подальше, подальше. Вернее. Духу. Тоже, блядь. Блядь, где же вы немощные? Слышишь? Ну это под дубовкой было. Сразу зуху ловить не надо. Начнем с этого. Чего? Все духи сразу танком не ловят. Они там только все летели. С поваром, да? Есть еще воид, который стоит. Краска, дай каску. Кому каску? Варварам. Дух, 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 дух. Вперед, не забивайте. Дух. Дух. Звездопад дал, все нормально. 2 секунды. Разбежались. Черепы ушли, нахрен, целые все. Стоим, бьем. Каску. Через 10 секунд где рабочий. Надо делать 4000. Каску, блять, вар просит 2 минуты, блять. До сих пор ни один паладин не может дать. Деру давай. После следующего. На другой край перебегаем.
из-за луча остановимся. На край ты так его, блядь, не ставь, сейчас выпустит, половина упадет. Бля. Подходите, ребята. Только ошибок. Иначе, как и я, будете наверх промощены этим проклятым клинком. Секунда. Ну, половина упала, как и говорил. Вот твой косяк, 4. Заспал. Духи. Гера есть? Есть. Выйдет. Призыв. Этот зубы дашь по воду, когда духа ходит. Стараюсь. Ну, что, все зовут? Можно в точке попытаться пару духов словить. Дал зубы. Хилим последнюю комнату. Вы пришли, чтобы вершить суд на Артас, чтобы уничтожить короля Лича. Главное, сейчас никто не умрите, пожалуйста. Звездопада нету, РДД помогайте. Духов. Берса. Звездочку, стенки. Духи идут. Выход 3 секунды. Давайте там пару это добить. Вернее, не выбежали. На пол там. Танчить. Да, бля, серьезно. Вот подальше, подальше. Пиздец. Пришел. Че? 4000. Начисляй. Поехали заново. Скажи, кто? Плюс поставьте в чат, кого я озвучил. Если никто не поставит, кого я озвучил, плюс. Я этот перекур 2 минуты. Я приду, 8 начислю. Войта, у тебя стрим пишет? Угу. Что привело тебя сюда? Запись будет? Да, чё. Это мы там пару тысяч не добили, да? Да. Половину рейда. 0.2% не добили. 0.1. Типа, когда япончик убегал, ты пару выстрелов взял, там 0.1% остался. Как оно танком проебать половину рейда? Банально из-за постановки босса. Даже с таким хуёвым пломом могли убить, если бы у нас ещё один человек был.
Да там бы 3 еще бегало, я как раз встал, вон, тебе Драгон же горит, было 0-2, я наебашил, 0-1 стало. Там бы еще кто-то повыдел и все. Я уже там исповедью начал хуярить Лича, но как бы там 1000 прилетает, там смешно. Я не знал, что он скидывает. Бейсил как боженька. Да, мне вот одного непонятно. Вы, блядь, первый раз на Лича? Что вы говорите, что вы не знаете чего-то? Я на Сирусе первый раз вижу, чтобы он скинул. До этого я не знал, что вообще такое бывает. И на ЛК контенте то же самое было. Ну, на циркуле он не скидывал никогда. На самый край ставил, он выкидывает их на рандомные участки платформы. Они вокруг Лича. Он и на офе не скидывал, привыкай. Ну, я не знаю, как там на офе, но на циркуле он их спавнил на платформе всех игроков. А вокруг Лича, наверное, только здесь. Куплю сапрот. 250. Кто-то духов ловит, кто-то, блядь, пиздец. Я как-то раз вообще весь рейд проебал, тоже за ДК. Ну, как вот водил от духов и тоже ставил на самый край, но там после комнаты их выкидывал на платформу. И, короче, 11% оставалось. Он призывает духов. Я, короче, спрыгиваю вниз. Ну, думаю, кули 1% добьют. А Лич, короче, меня из вида потерял. И всех протонул в центр комнаты. Ну, там скрипт такой был. И тут же начал оскорнение кастовать. И просто все оказались в центре, в луже. И никто выбежать не смог. Все вайпанулись. Это вообще пиздец было. Ну, там этот скрипт добавили. Тоже раньше такого не было. Что он портует в центр. Так что я как-то раз весь рейд проебал на 10%. Такое обычно бывает, когда Лича отравишь по 2 часа. Начинаешь новые фишки узнавать. Да, у нас перекур. Заходите, рыбу, поехали. Есть почта. Так, давай одного человека уберем, может. Если я не ошибаюсь, Казум был с нами в ЦЛК. Или он в РС был, где он? Не, он где-то первый раз был. Было бы возможность, я добрал. Один человек вам нихера не решит, если будете косячить. Понятное дело. Мы бы и тут ёбнули его.
Тир снят. Еще раз проверку. На бафы, на пул. Чего не хватает? СС-ов опять на танках не было на базе. Чем локти занят? Хуй его. Нямка как готов, плюс чё? БВСС. И тебе на карте? Ну, в конце, на третьей фазе. А зачем в конце давать? Если можно дать в начале. Если можно дать в начале Бать, третьей сколько фазы. Сколько у вас? На танк СС, блять, он будет до конца третьей фазы. Вот 5 сапротов ушел. Еще раз. Все готовы запускать. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки смертей. Душ. То есть троев. 40 из 50. И будешь моим. Спасибо. 9 драйв, 1 вайп на этом был на профи. 8 драйв, 1 из 7 драйв. А, да. Да будет так! Герои в атаку! 8 на этом пуле. Чё он тут-то делает? Жопой ты ко мне не приставай так близко, чему заберешь? Да еб... Пиздок, это 8. Там на мелких чума. Блять.
Серый долей. Бегите. Вот подальше, раскорнение. Сквернение 5. Вот подальше, подальше. Лок просился. Лучше встаньте, пожалуйста. Трусы долбите быстрее, воскоренение, чтобы не убыл. Еще один стан дайте. Сейчас осквернение будет после вали. Вали. Начинаем. Поехали дальше. Драгон, Эршам, а еще кто? Все? Да. Следующая 16. Там кап, по-моему, 99-99, да? Так, а кто... Кто из... побыстренько исходи. Кто из Эршамов плюс Аните? Крайнее осквернение. Короче, ладно, на сегодня все. Хер с ним. Начислишь расход? Я все начислил. Дракон на ГП почти как ИП.
Хули я тебе сделал. Эти микроподвесоны возле лужи, это пиздец. Причем, понимаешь, у себя-то я, блядь, выпрыгнул.